19 апреля 2024 год. Слушайте, ну вы видели, я только вчера сказал, что в России начнется птичкопад. И сегодня наши впервые вообще за всю историю сбивают, блин, российский бомбардировщик Ту-22М3. Не видели этого видео? Посмотрите, это эпично смотрится. Как листик осенний. Вот это я сразу вспомнил «Трудно быть богом» Стругацких. Помните такой там Цурен правдивый был, который написал сонет «Как лист увядший падает на душу». Вот как этот самолетик грохается в этом Ставропольском крае, надеюсь, никого из моих многочисленных русских родственников это не зацепило. Слава Богу в уши, да, жалко в Бога я не верю, а так бы, блин, прям, смотри, какое совпадение, просто прелестно. Посмотрите, получите удовольствие, мы перебьем всех российских оккупантов. Я надеюсь искренне, что это, блин, закончится уже в этом 24-м году, еще доживу до победы. А вам старайтесь сохранить себе жизнь, уничтожить как можно больше этих гребаных российских оккупантов. Посмотрите видео, очень классно смотрится. Тут 22... Ой, красота.